ветер повсюду те зерна развеял. Одни при дороге упали, порой их топчет прохожий небрежной ногой. И птиц из окрестных степей пролетая, на них нападает голодная стая. Сегодня я такое услышала! Один человек рассказал мне о Боге. Оказывается, Библия — это Слово Божье. Мне обязательно нужно прочитать ее. Ну-ка. Так, начнем сначала с заголовок. Глава 16-17. Это понятно. Один, черточка, я, паралипоменон. Ничего не понимаю. Так, опять начнем. Глава 16-17. Ну, это уже мне понятно. Проще простого. Один, черточка, я, паралипоменон. Может, это не по-русски? Ничего не понимаю. Нет, читать Слово Божье — ужасные муки. Видать, не постигнуть мне этой науки. Так, с ними бывай. Послушай это слово. Его разума, сердца понять не готовы. Я к ним провожу, чтоб зерно унести, от лишней жизни их увести. Другие же зерна на камень легли, и вскоре без влаги и корня взошли. Но в пламенный полдень дневное светило на землю палящим и зерна палящим лучом иссушило. Человек должен верить в себя. Если человек в себя не верит, то он никогда ничего не достигнет. Вот это верующие! Их погони и отрекутся от Бога, а не... Среди терния пало третье зерно. И в тернии диком заглохло оно. Напрасно шел дождь, и с прохладной зарею поля орошались небесной росою. Одним за другими проходят года, от зерен тех нет и не будет плода. Сегодня игра будет классная. Пора собраться на баскетбол.
сегодня ж понедельник. А я по понедельникам Библию читаю. А что ж поделать? Не пропускать мне ж баскетбол. Не? Да нет, так жить нельзя. Нельзя, чтобы суета жизни поглотила меня. Буду читать Библию. Так, где я последний раз остановился? Оно стало жертвой земной суеты. Но в добрую землю упавшее семя, как жатвой настанет урочное время, готовя 100 крат умноженный плод, высоко и быстро и сильно растет. Хочу высоко я и быстро расти, чтоб много Иисусу плодов принести. Я в вере своей покажу добродетель Иисуса Христа, буду верный свидетель. Друзей и знакомых к себе приглашу, о вечной жизни я им расскажу. Друзья, идите сюда, я хочу вам сказать что-то важное. Я хочу вам рассказать о Боге, в Которого я верю. Иисус любит каждого из вас. Любит нас? Он умер на кресте за вас. Да, а зачем? Чтоб вы могли иметь вечную жизнь. И что нам делать? Выбери путь, который Иисус предлагает. Какой путь? Путь веры, радости и любви. Семя растет, приносит Христу умноженный плод. В таком человеке есть духа плоды. Иисуса Христа полны красоты.
Давайте сейчас повторим мы вновь. Первое слово – это любовь. Следующий факт Павел учил. Вспомнить не трудно. Радость и мир. Всем нам, друзья, согласно учению, нужно иметь долготерпение. И возрастая из года в год, будем иметь мы благости плод. Будем добры, приложим усердие, к страждущим бедным явим милосердие. Кто служит Христу, пусть без меры имеет достойную, сильную, стойкую веру. Божий служитель, а Божьим владеет, в сердце смирение и кротость имеет. Наконец, как Божье создание, будем стремиться мы к воздержанию. Так в почве хорошей семя растет, приносит Христу умноженный плод. Шел сеятель зернами в поле. И ветер повсюду те зерна развеял. Скажите, друзья, а ваше зерно?